Пожар в субботу 30 сентября в доме Русова произошел в результате поджога. Очаги возгорания были в подвале и на деревянных перекрытиях второго этажа. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В тушении участвовали 12 пожарных машин. Причина возгорания была загорание подвального помещения 100 метров квадратных. И по причине возгорания занесение источника зажигания извне неустановленным лицом. Тут лишь подпал.